Погнали. Что за звуки были? Давай, давай. Да звук был какой-то. Небольшой эксперимент. Ну, вот мы заезжаем сейчас, съезжаем как раз с дороги, с бездорожья к этой церкви. Сейчас. Включай заранее, чтобы... Ну, это пока ничего, это могли быть... Что-то реагирует. Кстати, было бы интересно в этот склеп засунуть вот этот вот прибор. Отреагировало бы или нет? Я думаю, нет, скорее всего. Хочу дать некоторые пояснения. Это не первая попытка оставить камеры в этом месте. Все, что я снял первый раз, не сохранилось на компе. Все вы помните, что у меня были проблемы с ноутбуком. И сломался он как раз после поездки в это место. Ноутбук просто отказался работать после того, как я перекинул на него файл. Первый раз, когда мы вернулись за камерами, вся техника просто валялась на земле. Подтвердить это видеозаписями я, конечно, не могу. Но сам посмотреть я эти записи успел. И камера, и свет, и прибор электромагнитного излучения валялись на земле. На записи видно, как падает камера. Слышно, как падает свет. Нет ветра, нет никаких шумов. Камера стояла на треножке, сама по себе упасть никак не могла. В этом месте явно кто-то не рад моему присутствию. Верить или нет, решайте сами. Антон, страшно? Да. Прикол. А где эта штука, которая измеряет? А, вот она. Все упало. Ты видишь? Ага. Почему? Немножко тут прошло. Быстро уходим. Тогда как сколько показывал прибор? 12? Да я не помню, он просто визжал как сумасшедший. Что еще раз? Я не помню, она просто визжала как сумасшедшая эта штука. Да, она не переставала работать. И вот, ну, непонятно, он здесь работает. То есть, как только мы выйдем на дорогу, он перестанет работать. Сейчас он опять скулит, пищит. 4, 6, 5, 7, ого, 6, 8. 9, 12, 10. Либо это провода, либо это действительно что-то странное. Ну,
как бы мы над проводами-то и в Москве ездим, но таких обозначений нет. Здесь конкретное излучение идет. Видишь, он не перестает визжать, пищать. О, вот сейчас 12 было. Твою мать, что-то пролетело большое. Не знаю. Ну, у меня уже все начинает срабатывать адреналин. Я реально, короче, напрягаюсь, потому что 12. Вот как только вниз мы спускаемся, вот здесь все, у меня появляется страх. Погнали. Давай быстро. Господи Иисусе, Антон, ну почему я вот, почему? В пижаме вообще. Я сейчас вот полюбас туда упаду во вражек. Папоротник растет. Кстати, кайфовый, красивый. А, фак. А, я себе палку, ветка какой-то ударила по спине. Что за звуки были? Давай, давай. Да звук был какой-то. Антон нервничает, кричит. Тут, если что, медведи ходят. И волки. Огромные зайцы. Этот сумасшедший заставил оставить детей в машине и сходить с ним. Просто ненормальный. Здравствуйте. Иван Юрьевич, я вам веночек поправила в прошлый раз. Держи. Держи.